Там, где годами были ямы и ухабы, теперь гладкий асфальт. В Лазаревском районе в порядок уже привели 5 улиц – Камчатскую, Череповецкую, Единство, Энтузиастов и Тормахово. Это почти 8,5 километров свежего асфальта. Начался у нас второй этап работ по софинансированию с краем. Ремонтируется в Лазаревском районе всего 19 улиц. Из них 5 уже отремонтированных. На 3 объектах ведутся в данный момент работы. Бригады трудятся одновременно на нескольких улицах, в частности, в ауле Калеш. На очереди Большой Кичмай. Местные жители не верят своим глазам. Такими дороги в своих населенных пунктах они еще не видели. До этого дорога была, ямы были, ухабы были. И узенькая дорога была, 2 машины с трудом проходили. Положили асфальт ровненький, чистенький. Как бы даже дорога расширилась от этого. Приятно даже стало ходить, не только ходить, но и смотреть даже со стороны стало приятно на нашу улицу. Когда машины летают, пылища, а что мы на хорошую погоду, просто люди убегали подальше, окна закрывали, все в пыли было. Но это самое негативное, то, что было здесь, естественно. А сегодня, слава богу, пыли нету, чисто, хорошо, прекрасно. Я еще раз хочу благодарить администрацию, которая задумала это дело, и ребятам, которые очень добросовестно относились к этому делу. Рабочие действительно делают все быстро и качественно, ловят сухую погоду. Всего в рамках второго этапа большого дорожного ремонта в Сочи до Нового года нужно успеть перестелить 51 дорогу. Причем ремонтировать будут не только центральные улицы, но и отдаленные, сельские, дороги в совхозах, а еще межквартальные проезды. Такого не было даже в период подготовки к Олимпийским играм. Планы по ремонту дорог на следующий год глава Сочи Анатолий Пахомов обсудил в ходе протокольной встречи с исполняющим обязанности директора управления автодорог Сочи. В 2018 году, вы знаете, что мы замахнулись на большой объем, и губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев подтвердил, что нам будут выделены средства в размере 1 миллиарда рублей. И естественно, что это огромный объем работы. Мы с вами и вместе с жителями, и вместе с главами административных округов отработали все эти, значит, объемы. Все обсудили, да? Сегодня мы уже отвезли, зарегистрировали заявку. Мы были первыми в Министерство транспорта Краснодарского края. Нам выделили 250 миллионов на первый квартал. На эти деньги планируют привести в порядок 29 улиц, протяженность более 40 километров. Ну а всего в списке на весь год порядка 300 объектов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, Владимир Киселев, Арак Таян, телекомпания ФКТ.